Большинство покупателей рассматривают квартиру с готовой отделкой. Ведь так, от получения ключей до переезда всего один шаг. Сегодня мы рассмотрим с вами квартиру с новой отделкой от застройщика Settle Group, которая разработана по скандинавским мотивам. И называется она Nordline. Я нахожусь в шоуруме на Ушаковской набережной, в главном офисе петербургской недвижимости. И это полноценная квартира-студия. Посмотрите, какие лаконичные светлые оттенки используются в отделке. На стенах гладкие флизелиновые обои белого цвета, которые всегда выигрышно смотрятся и сочетаются с любой мебелью и визуально расширяют пространство. Не хотите белые стены, а хотите экспериментов и ярких красок? Легко! Благодаря повышенной плотности эти обои можно окрашивать до 10 раз. А что же наверху? Думаете, соседи? Нет. Наверху у нас идеально ровные матовые натяжные потолки, которые защищают от протечек и не собирают пыль. В них можно свободно встраивать освещение, систему вентиляции и пожарной безопасности. Переведем взгляд вниз. На полу кварц-виниловый ламинат. Это покрытие состоит из нескольких слоев. Собственно, виниловый слой, слой с кварцевым песком, декоративный слой, в нашем случае он имитирует древесную фактуру. Также есть защитный слой и тиснение. Таким образом, внешне мало отличий от обычного ламината. Но при этом кварц-виниловый ламинат обладает 100% влагостойкостью. Не скользит, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию, относится к 43-му классу износостойкости, а это, кстати, наивысший класс, и отличается ремонтопригодностью. В случае повреждений понадобится демонтировать только пострадавший фрагмент, а не перекладывать весь пол. Цветовое решение на ваш выбор. Отделка White предполагает светло-серый оттенок, а Silver – более темный. Внимание на двери! Все они покрыты гладкой белой эмалью и дополнены надежной фурнитурой. Здесь у нас с вами остекленный вариант. А вообще, если выбираете большую семейную квартиру, а не квартиру-студию, двери будут глухие. Вариант с остеклением будет только на кухне. В санузлах у нас глухие двери. Как говорится, мой санузел – моя крепость. И прежде чем я вам покажу самое интересное, посмотрим еще здесь пару важных деталей. Это электрика и современный плинтус с кабель-каналом. Ну вот мы и в ванной. Здесь собраны все тренды. Крупноформатная плитка под мрамор, акцентная стена, теплый пол. Сантехника подобрана в едином стиле. Это душевая кабина или ванна в больших квартирах, унитаз, подвесная тумба с умывальником. Зеркало, кстати, тоже входит в отделку. Вся сантехника от проверенных европейских и российских производителей с гарантией до 15 лет. Чуть не забыл, в шоуруме нет балкона. Но все квартиры от застройщика Settle Group сдаются с балконом или лоджией, которые теперь дополнены влагозащищенной розеткой и напольным покрытием, устойчивым к переменам температур. И благодаря тому, что балкон широкий, у вас будет возможность оборудовать кабинет или зону отдыха. Выбрать квартиру с новой отделкой можно на сайте pn.ru. Для того, чтобы получить доступ к ценам, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете. Отделка Nordline появится в жилых комплексах «Парадный ансамбль», «Пульс Премьер», в будущих жилых комплексах от застройщика Settle Group, а также в новых очередях уже строящихся проектов. После того, как вы купите квартиру с готовой, прекрасной отделкой, встанет вопрос о мебели. Как вам идея переехать в полностью готовую, мебелированную квартиру со всей техникой через 30 дней после получения ключей? Наш новый сервис «Квартира с уютом от мебели до чашки» поможет вам с этим. Сейчас минимальная цена комплекта для студии – 235 тысяч рублей. Что же в нее входит? Кухонный гарнитур с варочной панелью, мойка, встроенная вытяжка, двухкамерный холодильник – место силы в любом доме, обеденный стол, стулья, шкаф, мягкий раскладной диван, перед ним, естественно, телевизор, карниз, ну и вместительный шкаф в прихожей. О доставке, сборке, установке и финальном клининге беспокоиться не придется. Они уже включены в стоимость. Есть и расширенный комплект арендатора, который включает в себя, кроме всего перечисленного, и текстиль, и посуду, и стиральную машину, и утюг, и даже штопор будет в комплекте. Все комплекты можно изучить на нашем сайте, ссылку на который я оставлю в описании к этому видео. Ну а на этом мы заканчиваем наш обзор.
Подписывайтесь, ставьте лайки, а в комментариях пишите, о чем бы вы еще хотели узнать.